Опа. Маша, давай подобрём его. Ну, ставь. Ставь. Основное для того, чтобы люди, харьковчане и украинцы, видели, в каком сейчас состоянии реки, в каком сейчас состоянии экология, чтобы они начали менять себя в первую очередь, да? Чтобы они строили будущее для своих детей через то, как они относятся к природе, к экологии. Это наглядный пример того, что мы сделали, но это очень маленькая часть того, что есть там дальше и продолжает лежать.